550 добрых дел к 550-летию столицы. В Чебоксарах продолжается марафон, приуроченный к празднованию юбилея города. Его отметят в 2019 году. А до этого времени каждый желающий может совершить добрый поступок. В рамках марафона в столице стартовала акция «Лучик добра». Началась она с помощи детскому саду «Берегиня». «Лучик добра» сегодня в 23-м детском саду корректирующего типа. Послы добрых дел передают детсаду подарки, собранные жителями столицы. Родители со своими детками приносили игрушки, канцтовары для детей, чтобы своим добрым делом и на своем примере могли показать своим детям, как надо и в любое время прийти на помощь. Книги, раскраски, карандаши, игрушки, комплекты постельного белья. С начала ноября горожане несут все необходимое в Центр развития дошкольного образования столицы. Среди них и родители, и воспитатели самих детских садов, которых объединяет одна цель. Чтобы передать лучик тепла нашим детям от всего сердца. Понятно, что нуждами детсада занимается город, но потребности учреждения большие, рассказывают педагоги. А в Берегине рады любой помощи, будь то игрушки или благотворительный концерт. Говорят, подобные акции помогают развернуть общество к детям с ограниченными возможностями. Этим детям важно социализироваться в обществе. Важно, чтобы их научили взаимодействовать с другими людьми. И поэтому любое общение приветствуется. «Лучик добра» коснется еще трех специализированных учреждений столицы, в которых воспитываются ребята с ограниченными возможностями. Всех, кто готов внести свою лепту в копилку добрых дел, ждут в Центре развития дошкольного образования на Университетской, 22. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика.